Барби, Савочки, слепого кота. Слышь, я люблю в Малвину играть. Там ее мыть, кормить. Прятки-догонялки. Я люблю с Кунг-Фу Пеппу играть, но у меня планшет сломался. Интересно и весело. Когда захочешь поиграть с кем-то, то поиграешь. Чтобы было весело. Волны любить. Чтобы они не скучали. Потому что мы хожу новый игр. Потому что там весело сегодня. Прячется, идет и до... И если нашел, опять убегаешь, и потом еще раз прячешься. Считать треба. Да, с собой до стены, а вон сюда. Закрывать глаза, а кто-то там хвалится. Там нужно прятаться. Искать. Один человек закрывает глаза и считает, а когда он спрячется, то он должен его искать. Можно посчитать до 5 или до скольки, я не надо. Какой, до сколько скажет человек и прятаться куда-то. Надо прятаться, а надо потом считать. Если считаешь до 10, то идешь искать. Еще и ты находишь. Стрибай. Сразу на двух, потом на одни, на двух, на одни. Нарисовать просто кубики. Сначала 1, 2, 3, 4, 5. А потом квадратики большие. А потом прыгать. Ну, если... А сначала 1, то на 1 ногу вставать, если 2, то на 2 ноги. Это надо мелком нарисовать квадратики и цифры, а потом прыгать на них. На 1 ножки и на 2 ножки. Для играть нужно прыгать. Просто большой камушек, на какую буковку попадет, ну на такую надо и скакать. Потому что свежий воздух для здоровья. Потому что может дышать свежим воздухом. Чтоб краще дышать. Потому что свежий воздух. Потому что там утро и там детки гуляют. Свежий воздух. Потому что нормально заболеют глазки. Если играть на планшете, то будут глазки болеть. И потом ничего не видят. Надо очки потом покупать. Если долго сидеть в телефоне, так очкарик. Потому что он может зарядиться и можно поставить на зарядку. Потому что не выйдет время. Нет, можно. Но Каролина много играла. У меня испортятся глаза, доктор сказал. Те, которые помогают учиться дома. Они развлекают детей. Зарядка, чтобы и спинка не болела, и ручки не кривыми были. Развивающие игры развивают. Делаю тебя здорово. Для школы. Ну, решать примеры. Есть такой специальный планшет. Там только развивающий. А еще нужно установить время. Сколько надо играть. И сколько, когда надо время. Папа, не знаю. Его можно крутить. Это там кружочек внутри. И такие палочки, чтобы вертелись. Толстенькие. Чтобы пальчики тренировать. Вот так трава крутить. Делать вот так. Чтобы, когда захочет спиннер, спиннер и возьмет и покрутит. У меня тоже есть три. Крутить, просто крутить. Потому что его надо всегда крутить. Потому что он устанавливается по чуть-чуть. Играть.
Осень есть, его аккуратно надо быть, чтобы он не сломался, и мы не будем купить новый спиннер.